Всем привет! Представляю вам новый сервер Funky Monkey. Проект был создан игроками DAYZ, которые сбалансировали игровой процесс, чтобы было интересно каждому игроку. На сервере присутствуют различные интересные моды. На карте имеются различные торговцы, у которых вы можете приобрести экипировку, оружие и машины. На Кумырна и Зеленая гора стоят трейдеры с безопасной зоной, а Черный торговец находится в Старом Яре. Отзывчивая администрация и кастомные постройки ждут тебя на сервере Funky Monkey. Зайти на сервер можно через DAYZ ISO Launcher или Steamовский лаунчер. Полное описание сервера в описании под видео. Переходи и начни свой путь. Хуя себе. Что такое было? Подожди, у меня что там? База, что ли? Сука. Сука. Найс. Попробуем его, пойдем. Ну он там внутри, походу, как я понял, да? Что-то внутри там делает. Лол, он упал, что ли? А, он упал. Сука, лол. Что он тут хотел сделать? Я что-то не пойму. Неспроста же он сюда что-то зачем-то полез. Странно. Ты что, нахуй мочит? Я что-то тогда не понимаю, что-то смысл. Тут вообще ничего нету. Там пусто все, блядь. Что-то странный какой-то чувак. Ух, япона мать, блядь. Новый собор падает, лол. Бля, может, что-нибудь найдем. Уже заспанилось что-то тут, блядь. О! Хорошо. Так, че, ладно, погнали. Тут броник нет, нихуя, на это похуй. По идее, он там дроп должен упасть сейчас. Вон чувак бегает. Или два чувака бегают. Дал по нему один раз. Бля, ну меня сейчас просто уебут. Направо уходит. Двое.
Ой, куда вы съебались? Ну понятно, здесь все под ноль вынесли, они, блядь. Второй. На 101-го надо, а на... Чё там? Да, да, есть тело, лол. Блять, это где? У музыкалки еще тип в двушке должен быть рядом с вами. Вот я вроде ту тоже. В ту сторону слышу. Побежал. Ты не лутайки, да, Дим? Кто стрелял? Бля, меня убили. Ты где? Я за гаражами. Кто стрелял? По мне. Это с двушки, по-моему. Да, да, да. Я не вижу. Я вижу его. А спокой. Он напротив третьей двушки. Я сейчас буду обходить тогда. С другой стороны. Со стороны штаба пойду. Один перебежал напротив моей двушки. Я-то до этого... Вон он, в комнате, да. Да ёб твою мать, его запушить на изи. Ну окей, давай запушим. Выбежал, забежал. Кто забежал на лестницу? Я по нишке иду. Бил его. Я наверху, второй этаж, я. Я понял, я на первом. Минус, это в первой двушке чувак был. Красавчик. Это другой какой-то вообще. Я в третью буду занимать. Кто тут у четвертый? Может... У четвертый кто? Нету наших. Нет. За четвертую забежал ближе к штабу. Вижу. Блять. Не успел. Сразу похуй выбивать. Я сзади подбегаю тоже. Так, Миша, вон вижу. Я перебегаю к штабу. Чек, да. Где он? Второй этаж. Право, лево, часть. Санек, от меня последняя комната налево за лестницей получается. Походу туда зашел. Сань, ты пушишь что ли? Нет. Да не, я так его сделал. Там же? А, там же, да. Смотри, Сань, ты с третьей смотришь, на него левая рука или правая? Тихо. Убил. Его убили. Хорош. Опа, тюрьма. Где-то в районе амбара, нет. А, да. Ёб, КПП. Ебать, мой хуй тут типов. Там вижу тело один. Возле блиндажа. Да, да. Какого? Нет, возле этого пробежал. Амбар? С бетера, где бетер? Тело, бетер. КПП. Это я. Ты чё не предупреждаешь, блядь? Ты же, я же за тобой бежал, ты рофлишь. Минус один.
кто по бетону, Тём, ты бежишь? Я возле тюрьмы в кармане. На разломе Бэттера убил. Снаружи, снаружи тюрьмы кто бежит? Нет, у нас снаружи бетона. За тюрьмой? Нет. Как так-то? За Бэттера. Кто на проломе? Ты, Сань? Это я выбежал. Пойдем, пойдем, там чел за Бэттером где-то на окраине. Он сидит просто крысит максимально, он присидку там был. На уровне с Бэттером? Да, где-то может чуть ближе двигаться. А Санька-то где уебали? Присидку. Санька на проломе убили на углу. Миша убил. Но он калё, он калёный был. Я убил всё, уже. Всё. Но он где-то крысит просто. Это тиммейт, походу. Он чекает труп типа, которого ты убил. Кто? Я. Убил? Ты уже тюрьму пушишь? Да. Подожди, ну ты чё, он такой единоличный? Пускай. Сейчас 4. Куда ты забежал? Свои, вот мимо тебя бегу. Я в КПП забежал. Мимо ты, кого-то. Это я. Саня, наверное. Это иди сюда, Дим. Там железная сарайка есть, туда как бежать в сторону СЗ. Там на крыше КМ. Тёма, блядь, доигрался, сука. Тёму убили из-за того, что он залагал, блядь. Нахуй он лез вот туда, блядь. Мы же сказали, не лезь. Он хоть одного забрал? Не, он просто залагал, его вышли и убили, потому что он залагал. Короче, я ухожу отсюда, плохая идея. Не знаю, надо пробовать разводить их тогда. Чё за... Один в Анкунсе. Размен. Ты... Это размен был. Я так, один убивает одного, и потом его убивает его друг, и тот... Еще одного я в Анкунсе положил прям в голову. В голову торчало, он упал. Три трупа. Понятно, он надо, короче, надо идти туда, Миш. Там один остался, значит. Пока тот еще не встанет. Сейчас я уже подбегу тогда. Но я вижу, в Тилфиде ты убил одного. Я дошел. Я сейчас за контейнер сяду. Он по чем стрелял? Он прямо вот здесь в комнате сидит, если что. Вот здесь вот прям, да, в комнате в этой. Поэтому очень аккуратно, Миш. Он долбоёб? Я его там не вижу почему-то. Блять! С барака упал. Убил. Убил? Ебать, я просто ему в маку... Я его в маку... Красава лучший. У тебя вот эту дырку сверху видно, вот это, где на двери? Да, видно, да. Они, он вообще, он, короче, походу не вторая, не что. Минус. Лоу. Красава! Забайтился он. Так, еще один, значит, должен остаться. Я забегу в тюрьму. Направо сразу? Да. Готовься. Ну давай. На счет три. Раз. Дал ему. Красава, лучший! Я. На перекрестке, если спускаться от дороги, вот кто, там они. Кто бегают. В лесу бегает? Остановитесь все наши, сядьте. Нету, мы не бегаем. Сядь. Кто в кусту? Розовая повязка, вижу тебя. Нет. Это под рыжим лесом маленький лесок в сторону Рогова, он сейчас спускается в ложбину. Ты стреляешь, да, по нему, Миш? Да. Я его не вижу. Добил. Двое еще вижу, убегают в сторону этого. Зеленки. Ушли. Это кто стреляет, наш? Я. Понял. Ушли в лес. Так, вижу, они идут... спускаются через дорогу главную, получается. От нас будут идти вверх, подниматься в сторону вересняка почти. Я ухожу в лес к вам. Вы же в рыжем лесу все? Я нет, я уже перебежал. Они по полю хуячат в сторону вересняка, вижу их. Иду на перерез им. Я тогда тоже. Я от рыжего леса тоже хуячу. Минус один.
кто? По мне. Одного минус, один попал по мне. Там, смотри, вагончик, видишь? С вагончиком можешь сориентироваться? От вагончика в сторону Вересняка метров 200. Куда по ближе, полю бежит? Только ближе к дороге. Нет, я не знаю, где? Нет. Кто стрелял? Убил. Красава. Убил. Бля, может это мой чувак был, который... Хотя хуй знает, может он меня, кстати, дал, фланганул с оттуда. С стана Вересняка, да, он бежал? Он бежал в сторону Вересняка, да, на... Со это может я тебе мешать, я по нему над дорогой, стрелял. Ты над дорогой? Да, я по нему стрелялся. Блядь. Я понял, я убил. Блять, по мне тоже лупят. Вижу его. Я обосрался, призрак. А ты где? Я над дорогой, дал ему. Ты видишь меня? Тебя убил. Нет, я убил. Видел этого челика, он в кусты забежал. Я по нему начал стрелять. А, ты на каменной кладке здесь в кусты? Да, я сижу в белой кладке. Там тело, короче, захожу. Смотри, куда я смотрю. На углу ты? Ясно. Чё инфу не даёшь? Вижу его. Сань, ты? Работает у него. Он где? Он был просто, да, не инфу, где он? Пустые там забежал, мне кажется. Саня, где ты? Тут на территории, бля. На лесополосе чел спускается к вам. Блин, я его потерял. Он спустился на лесополосе. Оставалось все нахуй в этой игре.